Лекция на тему агентурной сети. Агентурная сеть – это единственный способ добыть информацию и раскрыть мафии, банды или копов-коррупционеров. В агентурную сеть попадают граждане, сотрудники, госорганизации или же бандиты, мафиози. Да, агент агентурной сети обязан или обязана не привлекать к себе много внимания, не распространять информацию о том, что он работает на ФБР кому-либо, кроме руководящих ФБР. Агенту сети нужно докладывать о каждых нелегальных действиях со стороны банды, мафии или же коррупциях, да, со стороны госорганизации. Агенту нужно все фиксировать на миниатюрную камеру со встроенным микрофоном. Агенту нужно включать камеру, как только он прибыл на территорию госструктуры, за которой следит худ банды. Худ банды — это место, на котором собираются все члены банды, да? Спаун, по-другому. Вот. Или же здание мафии. Ну, спаун мафии. Вопросы есть какие-либо по лекции? Нет. Нету.